Своеобразный экзамен состоял из трех частей. Особое внимание уделили юридической подготовке сотрудников полиции, знанию нормативных актов, умению применять их на практике. Проверка физической подготовки включала в себя несколько упражнений – отжимания, подтягивания, челночный бег. Также полицейские продемонстрировали владение приемами рукопашного боя. Третьей, пожалуй, самой серьезной частью экзамена стала огневая подготовка. Нормативы стрельбы на время очень жесткие, и для того, чтобы справиться с ним, нужны опыт и, конечно, отличное знание матчасти оружия. На основании всех трех компонентов комиссии было сделано заключение о профессиональной пригодности сотрудников полиции. Практические стрельбы у нас пока удачно все проходят, поражают мишень. Ну, есть такие сотрудники, которые и не сдают зачеты. Мы дополнительно будем организовывать с ними, проводить занятия. И в перспективе, я думаю, что мы добьемся серьезных и хороших результатов, показателей. Хочется отметить также Сочинский регион, как мы знаем, у нас в стране на особом режиме. Здесь постоянно литерные мероприятия проходят, близость границы у нас. И поэтому мы особое внимание уделяем подготовке личного состава сотрудников полиции Сочи.